Так, гонка 7. Ну, это будет дрифт. Да. Нет. Турнир большого шлема. Гонка на время. Фу, no problem. Да-да-да, помню, помню, помню эту трассу. Опять же, ну, да, нельзя сказать, что она из Грида 2. Это же какая-то международная трасса просто. Я перетормозил. Не поймал, да, второе движение руля было. Вот так. Так, я четвертый. Так, в этом без тормозов. А вот в этом нужно тормозить лучше. Давайте все-таки я. Ну, чтобы третий не пришлось ехать. Может, и придет. Полсекунды отыграл, было плюс, а теперь уже сразу минус 0,4. Так, ладно, давайте. Ай, блин, это же не квалификация. Что-то я затыкал. Прикольно вошла, если не газовать. Просто сбросить газ. Ну, раз я догоняю впереди идущего, значит я еду с опережением графика. Что-то мне в голову стукнуло, что это квалификация. Вот на время я бы с ними катался. Сколько угодно времени. Когда ты борешься сам с собой, как говорится. Вот, без тормозов, просто супер. Может, там легкое касание тормоза в начале. Отловил. Блин, как это я отстаю? Я вроде так хорошенечко тут прошел. Я меньше секунды выигрывал. А теперь секунда 25. Мой напарник 8. 4 очка проигрываю. Так, Туринг.
Давайте проедем. Кружочек для ознакомления. А, в этой гонке мы на закате катались в Endurance. Было такое дело. Да, надо вспоминать. Да, на этих машинах, наверное, проще просто сбрасывать газ, чем даже тормозить во многих поворотах. Да, это рельефная трасса, это. Да, там вечером было совсем вообще сложновато. И на более быстрой машине. Без тормозов, это я помню. Семь секунд, я думаю, на этом можно закончить. Квалификацию. Да, да, закончили. Какой мы? Первый. Ну, чего и следовало доказать. У тебя хороший. Погнали. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Вырвался таки гад. Непонятно, как он так вошел в этот поворот. Бляха-муха. Вырвался. Провтыкал его. Ну ладно. Вот батл у нас с ним идет. Чё-то он как-то, ну, как обычно. Блин, ну подставился. Так, надо как-то постараться. Блин, и все равно в жопу ему въехал. Ну, он вильнул, реально вильнул в мою сторону. Второй круг. Перед тобой всего одна машина. Болта, болта, болта тебе.
Давай. Так спокойно просто прокатился. Блин, чудесно вошел сюда, никаких вылетов. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке. Срезал, ну да, такой коварный поворот. Хорошо, удачно так. Самое яблочко. Косо криво, лишь бы живо. Запетлял, потерял времечко. Ну в туринге будет два заезда. Поехали. Так, да, это проверил. Можно ли сохранить и выйти? Да, можно. Я попросил твоего партнера пробиваться вперед. Потолкаться, да. Ты жесткач. Троих проскочил. Бодается там. Там пеха, да. Ха-ха, нифига себе маневр тут преподнес им, сам не ожидал. Да, просто эпический мега прорыв.
Победа! Хороший старт. Сохраняй лидерство. Блин, я думал последний круг. Кажется, у Натана Маккейна авария. Я в шоке. Я думал вообще это третий круг, последний, оказывается. Всего лишь второй начался. Так приятнее проходить, конечно. Оттормозился в начале поворота. И газуешь уже в повороте. Весь тормозал. Так, мой напарник 15-й. Вообще идиот. Атакуй. А не то получишь куй. Так, 14-й, 15-й, господи, вот идиот. Этот поворотик мне нравится, такой. Ух. Молодец. Так, попробовали по-другому сюда войти. На газу, без тормозов практически. И, в общем, мне больше даже так понравилось. Наш коллега 13-й, если доживет с таким результатом. Я тут по газонам понарезал. Ну, как-то фиолетово уже. Вот теперь уже последний круг у нас. Там тоже как будто бы финишная черта. Натан Маккейн на твоем примере учиться будет. Вот так победа. Пусть и учится. Ты уверенно идешь к командной цели. Да. Мозги вправьте Изабелле только. 5 очков. 5 очков. Да, мы так попутно все чемпионаты качаем. Open Wheels. Ну, легко. Тут дрифта нет, это меня радует. Радует. Да-да-да, какая у них... Постарайся победить Натана Маккейна, создать разрыв побольше. Чернявенький, да, ну это Raven Sport.